Всем привет, с вами Александр Меклер и программа «Кинозвезда». И сегодня наша программа будет посвящена всего одному фильму, но зато какому. Это, наверное, самая ожидаемая премьера, фильм, который действительно ждут с большим нетерпением. Сегодня я расскажу о фильме «Мстители. Финал», который стартует в кинотеатре «Звезда» ночью 28 апреля. Поехали! Фильм «Мстители. Финал» не только продолжает нашумевший масштабный кинокомикс Marvel «Мстители. Война бесконечности», но и станет завершением всех так называемых четырех первых фаз этой киновселенной. Предполагается, что после этой картины мир Marvel ждет совершенно новое развитие, а сага о камнях бесконечности, начавшаяся еще в первом «Железном человеке», будет окончена. В новом фильме также появится Капитан Марвел, с чьей предысторией стоит ознакомиться в сольном приключении. Поставили финал «Мстителей» братья Руссо, а музыку вновь сочинил Алан Сильвестри. Приложившим свою руку к фильмам «Первому игроку приготовиться», «Первый мститель» и «Ночь в музее. Секрет гробницы». Щелчок перчатки Таноса стер в пыль ровно половину всей вселенной. Теперь те участники команды «Мстителей», которые остались в живых, должны сообща работать вместе, чтобы дать отпор могущественному Титану. Поражение в схватке – это еще не проигранная война. Необходимо объединить усилия, придумать хитроумный план и блистательно его исполнить, чтобы на этот раз уже точно все получилось. Величайшие герои не только Земли, но и всей галактики вновь бросят вызов безумному Титану Таносу, чтобы вернуть своих товарищей и предотвратить новые катастрофы. Приключения полюбившихся супергероев продолжаются. Актерский состав фильма вновь вернет полюбившимся образом таких голливудских звезд и ярких артистов кино, как Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Джереми Реннон, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Джош Бролин, Бри Ларсон и многие-многие другие. Смотрите фильм «Мстители. Война бесконечности» в кинотеатре «Звезда» с 28 апреля. Когда это было? Лет 100 назад. Я выбрался из той пещеры, стал железным человеком. Понял, что люблю тебя. Я обещал больше без фокусов, но надеялся этот последний провернуть сумею. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И надо как-то жить дальше. А порой, чтобы жить дальше, надо начать все сначала. Столько людей обратилось в прах. Я всем говорю, что надо смириться. Что все в прошлом. Но не для нас. Если есть даже малейший шанс, мы обязаны, ради тех, кого с нами нет, попытаться. Попытаться. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Marvel представляет «Мстители. Финал». Годится, берем. На этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале «Интекс» программу «Кинозвезда». С вами был Александр Меклер. Всем пока.